лучшие школьники региона, члены Российского союза молодежи, собрались на ежегодном слете в детском лагере «Айдар» Ровенского района. Программа у молодых активистов насыщенная. Ежедневные тренинги, творческие задания, мастер-классы. Чему научили полицейские юных волонтеров? Какой помощи ждут от ребят? В Белгороде в рамках больших гастролей Московский художественный театр имени Чехова представил спектакль «Телефон доверия». Какую историю решили рассказать актеры зрителям и благодаря чему показ смог состояться? Когда на селе было принято карагодиться, какая сорока всегда смотрит вверх и как Порушка-Параня в Катюшу превратилась? В селе Боровое Новооскольского района прошел межрайонный фольклорный фестиваль «Летний карагод». Лучшие школьники региона, члены Российского союза молодежи, собрались на ежегодном слете в детском лагере «Айдар» Ровенского района. Программа у молодых активистов насыщенная. Ежедневные тренинги, творческие задания, мастер-классы. Чему научили полицейские юных волонтеров? Какой помощи ждут от ребят? В Белгороде в рамках больших гастролей Московский художественный театр имени Чехова представил спектакль «Телефон доверия». Какую историю решили рассказать актеры зрителям и благодаря чему показ смог состояться? Когда на селе было принято карагодиться, какая сорока всегда смотрит вверх и как Порушка-Параня в Катюшу превратилась? В селе Боровое Новооскольского района прошел межрайонный фольклорный фестиваль «Летний карагод».